Новый Nameless кастинг! Nameless! Раз, два, три, погнали! Let's go, let's get it! Нет! Всем квакаёс! С вами Кент ПК и... Всем привет! Бовин на проводе, как обычно. Ну что же, ребята, прямо сегодня будет самое разорительное, самое нереальное и самое плохое видео! Бовин, расскажи, что я сегодня буду делать? Братва, сегодня Кентуха решил, как говорится, пригласить меня, чтобы мне прокачать аккаунт тем, что он будет мне покупать все, что упадет с симулятора жесткого. Да, да, мы сегодня, ребят, откроем Nameless кастик, новый летний кастик, все откроем, и я все это буду должен отдать Абовину, мы даже гифтбокс откроем, вы просто прикиньте, как же это жестко, за что, Абовин, Абовин, зачем? Я думаю, с гифтбокса ничего не выпадет, поэтому гифтбоксик это чисто разминочка, можно с них начинать. Начинаем, ты уверен? Да, 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 человек ничего не выпадает. А если выпадает АВМ Спорта 2, что тогда? Поделим. С кем, если я тебе все буду отдавать? С братвой поделим. Ладно, ребята, let's go, let's get it, поехали! Давайте все вместе дружно, дешевка! Дешевка! Ой-ой-ой, почти Origin выпал кейс. Ай, обой, не повезло тебе, Origin. Origin бокс выпал. Давай его откроем, посмотрим, что там выпадет, как думаешь? Ну, думаю, Аркана не должна выпасть. Ну чё, мужик, отдавать этот скин или можно не отдавать? Мы его прощаем. Прощаем. Ну давай, выбирай дальше. Я надеюсь, ты адекватный человек будешь выбирать только боксы. Снизу есть два шарбокса. Надеюсь, ты их хочешь выбрать. Давай ассистанс для разминки вон выше блок. Это разминка? А что будет, а не разминка, бой? Давай. Даже арка нет. В смысле нет? М4 Предатор. 100 голдишечки на базу. Прощаем ее. А что это прощаем? А что это такой добрый? Как говорится, от 500 голды не прощаем. Ничего, повидал, и прикиньте, ну сколько же я, Бовин, ребята, зажирался. Значит, дешевые скины ему уже не надо. Так мне надо потом эти скины, как говорится, на разорение опускать. Поэтому на 100 голды не разорюсь, паук, по идее. Давай, кстати, Project Zone 9, там, кстати, М40 есть, можно попытать удачу с М40 монстром. Какой еще М40, я Бовин? Ну ты адекватный? Ты серьезно, Бовин? Давай заклинание. Ахалай, махалай, рарка, выпадай! Давай вместе, Абоин. Рарка, рарка. Нет! Это вроде больше 300 голды стоит. Абоин, ты знаешь, сколько стоит? Ну он стоит 1000 или 2 максимум. Эпи-5 зон. Окей, ребятки, идемте давайте Абоину в реальном статусе. Первый скин, а ты не мог что-то подешевле выпить? Просто... 950! Ой, я чуть не закупился случайно, что за фигня? Я закупился случайно! Абой, ты у кого купил? Я не знаю, я случайно закупил. То есть, Абой, можно уже не сливать? Да, я сам себе слил случайно. Абой, давай сам запрос. Ставлю, давай, все, полетели, страшно 800 очень. Все слил, Абой, получай подарок! Надеюсь, больше не будут под дорогие скины. Погнали обратно, ребята, в симулятор. Давай, короче... Для разминочки новой. Хэллоуин стикер-пак 2000. Да у тебя все разминочки! Ты гонишь? А как MP5 зон получать? Это тоже была разминочка, да? То есть ты хочешь, чтобы мы сейчас открыли Хэллоуин стикер-пак? Ой-ой-ой-ой, вот это жесткая тема. Братан, тебе выпало, смотри. Ладно, говори заклинание. Как говорится, всем квасу за выпадение скинчика красивого. Всем квакаюа, а у Бовина не ё. Поехали. Я не знаю, что это означает. Давай, пожалуйста, пожалуйста, подешевле! Сидираж! Он тоже дорогой! Не, он 1000 голды, наверное, максимум стоит. И что, это мало для тебя? Мало! Я сделал такое же лицо, как у вас. Идемте, давайте этому наглому Абовину еще один скин. Абовин! Все, мужики, покупаем и сливаем нашему с вами любимому Абовину. 0-0-3. Я за 1200 выставил. Быстро и страшно. Лови, лови подарок. Лови. Довольный, да. А я нищий. Погнали обратно в симулятор. Ну что, ты остановишься когда-то или нет? Или тебе все мало? Мне кажется, следующий скинчик будет... у нас осталось. Origin, кстати, мы еще не пробовали. Origin, ох! Ой, блин, тут может М9 выпасть. А вот это прям жестко, ты понимаешь это? Я думаю, надо бы нажать открыть и не бустить ничего. Ну давай, ничего не пущу. Ой, ножи пролетели. Нет! Смотри! А,
Я же говорю, без буста тут надо всем. Ты понимаешь, бюджет на видео закончился, все. Мясы найдем еще. Блин, Абомин, а ты можешь добавить, мне на видео не хватает? Ничего себе цена! Это еще дороже, чем симулятор, он стоит тут в настоящем стендофе. Быстрее, я выставил за 5000, мне страшно. Все, я тебе долью, там 4 самурая еще, Абомин, получай. 4 самурая! Вы понимаете, это просто разорение кентухи. Свой любимый М16 отдал. Ну что ты еще будешь дальше, неугомонный ты наш. Давай, короче, компетитив. Что-то я такого не видел, кстати. А, не видел. Ты видишь, сколько она стоит все? Да нормально. Главное не ножик. Главное не ножик. Главное рарка. Нет. Блин, он же тоже дорогой, наверное, да? Не, он голды 200 стоит, я думаю. Еще можно не отдавать? Ну, можно. Простить. Или на розыгрыш братве оставить. Короче, братва, Абомин дарит этот скин вам. Потом пишите сейчас как можно больше комментариев. Ставьте лайк и смотрите видео без перемоток дальше. Ну и главное, подпишитесь. Ну а мы идем дальше. Блин, Абомин, неужто насколько скучное видео, что Абомин взимает все видео? Я просто не спал ночь почти. Ну давай дальше, вымогатель, выбирай. Чтоб вы понимали, я проснулся этот с опозданием кендухи на видос. Опоздал на сколько, скажи ты лучше. На часик где-то. Да хоть час, на два. Ну давай, мужик. Немного проспал и не выспал. Ну ладно, ребят, обоим напрощаем, выбирай. Давай Фуриус надо тоже размять. Ну тут по-любому рарка, тут без мустаж, правильно? Да, надо, чтобы тут рарка выпал, чтобы на жестком кейсике выпал. Ура. Вот ли, только не стотрек, блин. А сколько стоит? Не, блин, для тебя. Чё, тоже сливать тебе? Нет, это братве можно так же. Он, по-моему, голды 200 стоит или 150. Ну окей, ладно, братва, вам разыграем. Лайк, подписка. Как обычно, на телегу подписываем. Да-да-да, в ТГ. Подписываемся на ТГ, там разыграем это. Так, ну что, Бобби, давай дальше убирай. Что там? Что там? Project Zone 9, кстати, вот сейчас должно нормально завести. Нормально завести? Я тебе мало уже завезло? Ну давай, поехали. Давайте, ребята, всем в чате пишем дружно хэштег рарка. Ну почему это 5-дровой скин? Ну он, по-моему, кстати, голды 500 стоит, мне кажется. Да он очень дорого стоит, он стоит вроде 1,5 костыря, я думаю. Погнали его покупать. Сколько? 2150! Помню, еще с 4 наклеечками King, тебе повезло. Став 1900, я тебя сливаю. Поставил. Получай подарок, nice. Держи. Найс, а мне не найс. Not nice. ГГ. Где же я беру голдишки для подобных видеороликов? Вы понимаете, надо очень много голдишечки. Ответ крайне прост. Конечно же, на булл дропщике, потому что булл дропщик это что? Это топовый дропщик. Так вот, ребята, слушайте меня внимательно. Очень скоро выходит летнее обновление на булл дропщике. Там будут новые булл пасик и много крутое. Но прямо сейчас вы можете залетать на булдропщик и фармить скибидишки. Потом эти скибидишки, мне это топовые скины. Также сверху на башку есть 2 секретных слова. Вы их вводите и забираете свои призы совершенно бесплатно. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Ну что ты будешь дальше, маленький ты вымогатель, а? Давай какой-нибудь стикер. Пак, давай. Я уже ему пусть стыдно делать не буду, мужики, потому что... Он тупо меня разоряет. Опять это долбанный раш, опять раш! Ну, в честь раша надо делать вот так. Блин, Абомин, ты надоел. С тобой весь чат зевает. Все подписчики зевают, потому что это зараза. Я спародировал в стиле раш. А, ну ладно. Раш, привет тебе передаем. Давай, Абомин, ставь свой запрос. Давай, все. Поставил. Уф. Мне бы что-то оставил бы. Все, мужики, идемте обратно нищать. Абомин, ну что ты дальше выбираешь? Короче, думаю, гифтбокс без буста надо сейчас 100%. Я был, все, выбить кер-голд. Да, так, знаете, так скромненько. Вот это жестко было. А что, может сразу и второй гифтбокс? Давай, сразу надо добивать. Добивай, ты сейчас меня добьешь, Абомин. И Абомин выпадает. Еще один фурист. Ну, это можно по фасту открыть его. Ну, давай. Понял, это раз выпал, значит, его надо добить тоже. Да, добьем, а ты сейчас меня добьешь. Блин. Хотя бы не в МГР. Что, может, все-таки фуриусы добить последние все? Ну, давай, еще есть один фурист. А Абомин, ребят, все равно фурист, они для него пыль, потому что у него есть гораздо более дорогие кастики. Там Кирабис Скрэч был. Ну, ладно, не долетело чуть-чуть. Так, ну что, открываем? Выбирай, что хочешь. Project Зона 9. Давай, я смотрю, ты хочешь выбить М40 все-таки, да? Да. Ой, зря ты забустил, мне тебя жалко будет. А, нет, я обманул сундук, чтобы он думал, что нам надо М40 и дал нам плохой скин. Видишь? Видишь, я обманул его!
Видишь, какой гений? Ребят, посмотрите на реакцию Абовина, когда ему выпала рарка. Просто уже дефолт, просто уже зевает чел. Ну давай, что дальше, уродники-то мы? Выбирай! Давай, Project так же. Так же Project, окей. Добиваем, добиваем, чтобы хотя бы не рарка. А можно еще один буст сделать на 40, не против? Опять давай, обаним давай. Сундук. Оп, опять обманули сундучок, ща будет рарка. Смотрите. Хэштег рарка в чат. Хэштег рарка! Это опять дорогой скин! Ну чё, блин, я уже купил 300 алдишки. Еще и с наклеечкой страйк. Давай. 0-0-3. Давай, готов? Я 270 выставил. Давай, лови подарок. Найс. Хэппи бёрзды будет. Когда у тебя день рождения, кстати? В феврале. Ну, брат, ну с прошедшим тебя. Спасибо. Ну что, Бовин, тебе все мало? Плюсик, вообще что-то не хватает. Ну давай дальше выбирай, что ты хочешь. Так, давай, получается, Хэллоуин надо добивать дальше. Добивать там два Хэллоуина. Это хорошо. Давай, погнали без буста, как обычно, чтобы оно лучше завозило. Да, чтобы лучше завозило. А ты про меня подумал? О, почти. Тыква. Зашибись. Опять минус косарел ты. Идемте опять отдавать Абовину. Блин, ребят, у меня уже тильт какой-то. Ну а пока Абовин ищет эту тыкву. Все, ребята, минус 950 голдишки. Дзинь! Я оставлю 900, брат мой. Давай, вот тебе за 2 лду. Получай! Блин, не люблю эту рубрику. Абовин, ну что? Ну что, ты разорил меня по полной программе? Уже нет голдишки, чтобы тебе даже отдавать. Ну, ничего страшного, давай я так же продолжим с Хэллоуина. Давай, продолжим с Хэллоуина. Открываем уже без буста, потому что я уже не хочу ничего Абовину бустить. Понимаете, насколько он вымогатель. Ой, блин, я чуть-чуть эпик не выпал. А, сорян, из-за этого Бовина забыли купить этот скин, но мы все купим в ТГ-канале. Ну, переходи, подписывайся, там будет продолжение, как мы покупаем именно эту наклейку. Абовин, ну что дальше? Выбирай, выбирай! Короче, я смотрю, ассистанса слишком много, поэтому надо срочно его за пару секунд открыть, и тогда что-то выпадает, это знаешь, это... О, чё? Попробуй нажать крестик, он отменит. Открыть. Не-не-не. М4 Predator. Эх. То есть это мы разыграем, разыграем. Это все идет в розыгрыш. Это все идет в общак, братвы, мужики. К сожалению, не мой. Блин, ну, кстати, если столько скинов мы разыграем, там получается хороший призовой будет. Ну да, да, да. Так с вами мы разыграем, походу, 1200 голдыщи и подписчикам. Опять выпала дешевка. А помнишь, забирает только от легендарки минимум, как я понял. Опа, братве выпал, отлично. Опять, братве, вот это, братве, это повезло, братва, вы рады-то хоть? А! Хэштег, мы рады в комментариях. Ой, как много, о нет, как же много легендарок. Братва, ставьте 100 тысяч лайков, и кентуха будет братве разыгрывать, и там какие-нибудь выпадения с неймлис скинов. Давай, компетитив. А, подожди, что осталось? У нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай компетитив, что-то он там лишний остался. Прошу, прошу, я верю в чудо, произойди. Чудо, летнее чудо, умоляю. Нет, опять, опять. Кстати, он 500 голды стоит, можно братве также его отдать. Тоже, уверен? Да. Ну, братва, Абовин нереально щедрый. Блин, ну все равно нищим стану. Получается, мы уже подписчики где-то в районе 2500 голдишки дарим просто за лайк, подписку, комментарий. Обалдеть. Короче, мужики, Абовин меня застал, говорит. Один Фабрик Сторм со своего кармана подписчикам, а один все-таки отдай мне. Поэтому, ребят, покупаю, я даю Абовину. Абовин, не стыдно? Ты гонишь, я наоборот сказал, надо этот братве мой отдать, ну ладно. Так ты можешь, хочешь, так подожди, можно не покупать? Ну можешь не покупать, но если ты хочешь разориться, то можешь и мне купить. Ну а так я не заставляю. Давай, давай выставляй все, Абовин. И тебе подписчикам подарю. Давай, став 850 халява, и все. Халява. Братва, договорились за нас обоих. Поставил? Да. Давай, лови подарок. Спасибо. Окей, Абовин, что убираем дальше? Смотри, что есть дальше. Короче, на эмблис надо напоследок оставить. А, ты хочешь самое жесткое на самый конец? Да. Что? Рейлган. Ну это 500 голды, да? Нет, это 1200. Абовин, для тебя моря и океаны. Минус 605 голдишечки у кентухи. Я сливаю за 0.03, запрос 550. Оставил 555. Давай. Ой-ой-ой. С Новым годом наступающим. Я нищий. Так, давай ревайвал в честь такого. Кстати, мы его сегодня не открывали, по-моему, ни разу. Да, вот это первый и последний. Пожалуйста, я очень надеюсь, то, что мне выпадет хотя бы не аркана. Юнбисер Пейспирит, нормально, давай инстатрек. Идеально! Абовин, подписчикам? Да. Но я не знаю, сколько он стоит, поэтому, если там мой слишком дешево, как будто, не знаю, нужно братве такой скин или нет. Но мы разыграем все равно. Так, у нас осталось 3 попытки, блин, и они все дорогие. Вот эти, кстати, 3.
три сундучка, мы их ни разу не открывали. Да, они же самые дорогие вообще-то. Давай тогда с New Year начнем. Давай, обои, я смотрю, новогоднее, хорошее настроение, да, в отличие от меня. А вот у меня, братанчик, так себе настроение. О, самое дешевое, кстати, выпало. Реально? Ну это на розыгрыш. Там голды 500 или 400 или 200. Тоже подписчикам разыгрываю? Да. Ваш призовой фонд 3К. Поздравляю! Ну что же, мой милый друг Обовин, что-то выбираем. Так, ну я думаю, давай тогда зона 9. Давай зона 9. Ой, какие же дорогие, ты посмотри. Тут может выпасть стикеры, которые стоят по 100 тысяч голдишки. Да. Будем... надеяться, что не выпадут, чтобы тебя сильно не разорять. Ой, спасибо, Обомин уже жалко меня стало. Открываем. Фух, просто фух, произошло чудо, да! Опять дешевый скин. Ну, это братве. Это братве, окей. Это братва, это вам? Кстати, это не такой дешевый, я думаю, тоже голды 500 или 1000 может стоить. То есть у братвы уже призов фонд 4К, обалдеть! О, нет. Братва сегодня шикует, прям этот, у них праздник сегодня. Да, шикует, а вот я, Обомин, не шикую. Знаешь почему? Ты видишь это? Ты видишь это? О нет. Я думаю, тут даже рарка выпадет почему-то. Рарк? Я надеюсь на рарку. Блин, это очень дорого. Обомин! Держим кулачки! Давай, держим кулачки, чтоб что выпало? Да какой еще дело у рейд, рарка? Блин, зачем я это записываю, мужики? А у меня, кстати, авик АТХ же нету, ты, наверное, не знаешь, я разорился в видосе, пришлось авик АТХ продать, мне бы авик АТХ еще один. Ну понятно. Ладно, Бовин, мы прям сейчас открываем новый Nameless кастик! Nameless! Раз, два, три, погнали, let's go, let's get it! Ох, какие же тут дорогие кастики, какие же дорогие скины! Да, тут сколько скин! Ты видел, просто 4, вряд ли тебе там вообще без шансов было. Идемте, отдавать! Ё-моё. Все, братва, я прям сейчас продаю мой самый дорогой скин, это USP Genesis! За 0.300 кликаем, мой любимый! Я помню, какой твой запрос 23.600? Да, быстрее, мне страшно. Продаю! Продаю! Нет! Ты так долго сливал и испугался, что сейчас у меня этот по прайсу сольют. Ну что ж, мы уважаем подписчики, если понравилось подобное видео, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока-пока!